Всем привет! Вы на канале Мусина Астрит, и с вами я, Татьяна Мусина. Итак, 9 октября Российская Академия Наук сообщила официальную причину экологической катастрофы на Камчатке. И этой причиной был назван Red Tide, красные приливы. Это ровно та гипотеза, которую я высказывала в своем предыдущем ролике. Кто не видел, посмотрите. Я знаю, что некоторые люди не верят в органическую причину катастрофы океанической экосистемы Камчатки. Наверное, на это есть какие-то основания. Однако, как и в первом видео, я хочу немного больше рассказать об этом явлении, которое называется Red Tide, в переводе «красные приливы». Я могу об этом рассуждать, потому как я живу в Южном Техасе, и как все местные жители южных штатов, граничащих с Мексиканским заливом, начиная с Флориды, к сожалению, знакома с Red Tide. Раз в 2-3 года, обычно в сентябре, октябре, красные приливы, что называются, отравляют нам жизнь. На пляже просто невозможно находиться. Пляжи пустеют, и бурная курортная жизнь останавливается. Местная инфраструктура туристического и ресторанного бизнеса несет потери. Красные приливы представляют собой большую проблему для прибрежных территорий, поскольку они влияют и на здоровье людей, и на морскую экосистему, и на состояние местной и региональной экономики. Итак, Red Tide – красные приливы. Ученые называют это явление вредное цветение водорослей – harmful algal blooms. Оно происходит, когда колонии сине-зеленых водорослей, простых растений, бесконтрольно разрастаются, оказывая токсичное или вредоносное воздействие на окружающую среду – рыб, моллюсков, морских млекопитающих, птиц, людей и домашних животных. Они различаются по цвету от яркого до темно-зеленого, сине-зеленого, желтого, коричневого, черного или красного. Токсины могут присутствовать даже если цветение не видно. Одни находятся на дне, другие плавают на разной глубине. Токсичное воздействие на человека может вызвать раздражение глаз, кожную сыпь, язвы во рту, рвоту, диарею и простуду или грипп. Во время красных приливов во Флориде зафиксировано много случаев обострения астмы у людей. Красные приливы явились неким таким триггером для удушающих приступов астмы. А вот симптомы болезней у животных, они включают в себя рвоту, диарею, вялость, аномальные результаты теста функции печени, затрудненное дыхание, пену изо рта, мышечное подергивание и иногда смерть. Итак, возвращаясь Камчатке, стоит заметить, что красные приливы были давно там известны. Как сообщает информационное агентство КАМ-24, красные приливы привели к гибели лососей летом 2017 года. А вот первые сведения о красных приливах зафиксировал Александр Андреевич Баранов, главный правитель русских поселений в Северной Америке, еще в 1799 году. Он описал явление, когда на острове Ситха у берегов Аляски умерло 115 местных охотников, поевших мидий.
Еще один инцидент был зафиксирован в августе 1973 года, уже в Петропавловске-Камчатском. Там 12 случаев отравления мидиями. Ну что сказать, друзья, пространство Мирового океана изучено всего лишь на 2%. Мы очень мало знаем, но мы точно знаем, что красные приливы были, есть и будут. Мы должны их изучать и быть к ним готовыми, в том числе и на Камчатке. Ну что ж, всем удачи, ставьте лайки и увидимся на Мусина-стрит.